ЧП в одном из боксов гаражного общества в 11-м микрорайоне произошло ближе к полуночи. О взрыве спасателям сообщили сотрудники полиции. Правда, тушить пожарным ничего не потребовалось. Взрыв был без последующего горения. Внутри гаража был автомобиль, находился в нем человек. Как выяснилось, в автомобиле находился мужчина. Он сидел на водительском месте. По словам спасателей, когда его обнаружили, он был без сознания. Начальник пожарной части Евгений Волков, руководивший спасательной операцией, принял решение спасти человека во что бы то ни стало. Спасательные операции, все пожарные принимали участие, но хотелось бы отметить двоих. Это старшину Суханина и сержанта Ревина. Они зашли вовнутрь, рискуя своей жизнью, потому что плиты могли обрушиться в любой момент. 46-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой и многочисленными ожогами увезли в больницу. В четверг на месте ЧП стали разбирать завалы. Приехали специалисты из Ульяновского пожарно-спасательного центра. Помимо гаража, где произошел взрыв, пострадали и соседние боксы. Получается, три гаража, которые необходимо, которые мы демонтируем для того, чтобы убрать вот эту угрозу. От взрыва передняя стенка была деформирована, плиты в двух гаражах были, упали, вот, и поэтому у нас необходимость в первую очередь убрать вот эту аварийность. Рассматриваются разные причины ЧП. Основные – взрыв газового баллона, который находился на пассажирском сидении рядом с водителем, либо взрыв газобаллонного оборудования, установленного в машине. По факту ЧП проводится проверка. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов, новости Димитровграда.